Вот. Выбрались опять на природу, сбор лечебных трав. Лина собирает клевер луговой, а я занимаюсь сбором чабреца. Разделились. Поля большие, травы много, ешь не хочу. Это мы сейчас находимся в районе Пословки. Здесь самые-самые экологически чистые травы. Ни транспорта тебе, ничего. В этом году только, правда, лето больно знойное выдалось. Вот, пожалуйста, трава вся выгорела. Ягода выгорела полевая. Так, чуть-чуть есть поклевать сухая. Такая местность здесь. Лесные коньки щебечут. Вот он, луговой клевер, который Лина собирает на зиму. О, пол пакета. Но этого еще мало, он еще высохнет. Да, еще поделиться надо. Не все с нами. Поехали. Хорошо помогает при простуде этот клевер. А он сосудистый. Хорошо сосуды расширяет. Вот. Вот он, травница. Колючки. Еще тут. Да. И чабрец тоже. Вот он подсох, выгорел. Вот так, в таком вот виде вот он сейчас. Но выборочно есть. Здесь вот рядышком чуть-чуть посвежее. Вот. Так выборочно потихонечку набирается. А запах какой рядом стоит, просто обалдеть. А вот она, ягодка этого лета. Вот она, бедная. Тоже вся выгорела. Так вот, поклевываем. Ну, вкус лета хоть ощутить, так сказать. Но на следующий год нам такого лета не надо. Запасы заканчиваются. Нам бы и ягоду собрать. Но вот в этом году нам не нужно. Поле. Русское поле. Сегодня не жарко, не холодно. Тучки свинцовые, а дождя не видать, не слыхать. Дождь нам только снится. Будет. Ага. В Рамзае будет. А Пословка – эпицентр. Лечебная трава, шалфей.
для полоскания горла и ингаляции. Денек хоть и пасмурный, дождей нету, сухо, и в лесу сухо. Вот в таком месте, в березках. В основном сейчас вот нашли коровья губа, или как по-научному они называются, свинушки. Вот. Лес. Опушки. И опять лес. А в лесу у нас уже осень. Конец августа. Вот ковер какой. Ходы мышек в листве прошлогодней опавшей. Сушь под ногами. Ковер, мягкий ковер из березовых листьев. И вот они березки, березки. Чисто березовый лес. Там вон Лина собирает грибы. Что-то нашла. Вот. И там тоже, по ту сторону, березовый лес. О, она волнушки нашла. Волжанки. Ага. Блин, тут целая полянка. Ну да. А ну-ка, а там что? О, а там уже и подберезовик поселился. Это не. И свинушки. Коровья губа. И вот еще добавились волжанки. Волжанки, да. А-а. А я тут прошла, глянула. А вот они вот в таких местах. И не взяла. Вот именно, да, в траве, вот так вот, среди берез. Они и растут, эти волжанки. Переехали в новое место. Вот осины, березы. Тоже хороший лес, но тоже сухой. Ну вот грибочки попались, нашли. Лина там где-то бродит, а я вот нашел красавчики. И он один спрятался. Хоть и сухо в лесу, но потихонечку набираются грибочки. Конец августа. Лес уже багрянцем окрашивается, кленовые листья. Вот уже краски разноцветные появляются на деревьях. Трава густая. Красота. В лесу всегда красиво. Там вон Лина с грибами возвращается. Еще что-то нашла. Ну и мы сейчас будем перебираться на другое место. Здесь прошли. Сейчас еще на другом месте глянем.
грозди. Ну-ка, немножко кто-то поел. Да, а несъедобные грибы их никто не ест. Самые натуральные грозди. Что, собираем? И я парочку уже срезал. Вот они. Ничего, смотри, какие. О, смотри, какой хороший. Ага, красавчик. Так, и этот хороший, Сережа. Все, берем. Да и этот тоже забирай. О. Середку срезали, все, тут чисто. Ну и все, и порядок. Четыре грибы, ведерко полно. Да, и это все нормально. Сейчас я тебе... Это маленький, красивенький, вкусненький. Ой, под березовичек. Ой, какой хорошенький. Опа. Вот еще парочка. И вон еще. Вот. Чего? Это вот только из машины вылезли. И вот грузди. Грузди. Поход на природу. Выходной день. Ну, порядок. Теперь есть что засолить, чем закусить. Да. Класс.